Всем привет, меня зовут Никита, и сегодня я вас научу, как правильно делать свитч фронтсайд Nosegrind. Выглядит он так. Чтобы научиться выполнять этот трюк, вам нужно уметь свитчоли. Суть этого трюка заключается, что вы подъезжаете к периле с этой стороны, которая ближе к вам, а не с этой. После того, как вы подъехали к периле, вы щелкаете, делаете свитчоль и переднюю подвеску переносите больше вниз. После этого вы подаете на перил, скользите, сходите. Трюк сделан. Это очень нужный трюк, при помощи которого вы сможете выполнять множество комбинаций. Всем пока!